надо так напирать. Нормальная вещь. Еще претензии будут. Зачем вы украли у бабушки апельсины? Не украл, а взял. Все равно выбросил. А кого вы там везете? Мы везем старушку из терапии. Как можно живого человека с трупом перепутать? Просто хотели лучше. А как всегда. 20 лет в убойном опером просидел. Я 4 раза сидел. Я туда больше не пойду. Я и Клава, ходим парой. Санитары, я и Клава. Нормальные люди в моргах не работают. Точно. Застрелили, задушили, еще и траванули. Это просто... Кровная месть. Простите, что? А чего вы приличное место превратили здесь в следственный отдел? Это вещь, док? Нет, это пятый слог. Что здесь происходит? Они хотят у нас труп забрать. Мы его сюда приносили. Полежать. Полежать? Где ты видел здесь надпись «Пляж для трупов»? Где? Что-то мне подсказывает, что мы с вами не сработаемся. А ничего, мы тут привыкшие. У нас тут начальство часто меняется. Группу захвата срочно! Дело привело неожиданный поворот. Это не больничка, а сумасшедший дом какой-то.